Хотел бы остановиться прежде всего на сравнении тех результатов, которые были получены моими уважаемыми коллегами, и те результаты, которые получили мы в своей работе. У нас практически одни и те же источники, одни и те же исходные материалы, методика. Пожалуйста, следующий слайд. Что мы получили? Совершенно независимо мы получаем, что из двух источников оценки потерь экономики, оценка потерь сельского хозяйства, эти оценки практически совпадают. Разницу мы видим тут вполне допустимую погрешность в условиях столь крупных оборотов по аграрному сектору Украины. Это говорит о том, что те вопросы, которые поднимаются здесь об удобрениях, что это действительно критически важные вопросы. Почему этой теме придается столь большое значение? Удобрения – это является чуть ли не сердцевиной тех аграрных технологий, которые применяются и должны применяться, и которые, собственно, обусловливают рост и урожайности, и валовых сборов, и экспорта, и повышения социальных стандартов. Сравните, еще 5-7 лет назад урожаи кукурузы были на уровне там 5-7 миллионов тонн. Только с применением технологий, только с применением тех же удобрений мы сейчас имеем валовый сбор по кукурузе на уровне 25-30 миллионов. Не применяя удобрения, технологии, невозможно было бы сделать столь крупный рывок в производстве, невозможно было бы занять практически второе-третье место на рынке кукурузы.